21 апреля – День местного самоуправления. Он учрежден указом президента в 2012 году. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 230 лет назад, императрица Екатерина II утвердила жалованную грамоту городам, которая послужила началом развития российского законодательства о местном самоуправлении. Как отметил в своем обращении к зауральцам губернатор Алексей Кокорин, за эти годы местная власть доказала свою значимость. В Курганской области 458 муниципальных образований, и жители каждого из них нуждаются в заботе и внимании. На муниципалах лежит ответственность за социально-экономическое развитие территорий, их благоустройство, сферу услуг.